По оперативным данным, министр сейчас доложит, урожай в текущем году обещает быть достойным. По некоторым составляющим просто рекордным. К настоящему времени уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. Вот мы говорили 140, 145, потом 147, сейчас уже предварительная оценка 150. А пшеница порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России.